Так. А, что тут у нас вообще? Ну, не знаю, New Game. Давай какого-нибудь причудливого персонажа возьмем. Типа моего любимого Алистера Кроули. Естественно. Давай. Мой любимец Алистер Кроули. Возьмем моего любимца Алистера Кроули, отправимся в Horrible Grasslands. Ну, почему бы А в нет? честь этого твоего эпичного Да. возвращения Дарвина в качестве победителя будет Так. что-нибудь Конечно, будет. интересное Я для... думаю, что мы просто в конце этого стрима разыграем одну копию игры Curious Expedition. Ого, ничего себе! Да. Вот это да! Вообще. У меня не получилось, да, опять удивление изобразить. Не, ну вообще-то, как бы, почему бы тебе не быть удивленной? Ты же не знала, что это произойдет. Ну, я подозревала. Тем более, Подозревала? куда тебе Серьезно? их Я девать? сам не думал. Марина, Ну, раз... вот, смотри, вот как бы безжалостный рандом, да? В прошлый раз дико везло, теперь, блин, до деревни хрен доберешься. Окей, сюда тогда. Ничего, хрен, ты Здесь на вообще самом деле может пирамида небольшой отрезок оказаться. всего лишь обойти. Ну да, но ты знаешь, когда только что побывал в шестой экспедиции, то да, тогда как бы уже кажется, что тут осталось чутка. Так что, ребята, никто не рассказывает сейчас Маше, что в конце стрима будет разыграна Curious Expedition, если вы хотите получить шанс. Я шучу, конечно, что. Да нет, мы серьезно. Куда? Если Какие вы шутки? хотите игру, не зовите Машу. Она и так вчера отхватила Да-да-да. две В штуки. очередной раз. Так. Ну я что-то сейчас прямо, знаешь, как бы на подъеме, вот честно, Черепахи доставлю. нет, жизнь боль. Да. Да, без Так, черепахи давай как-то одиноко. рекрутировать вариора. Нет, не надо рекрутировать Да ну вариора. их Вот был бы, нафиг. вот скаут я бы взял, чисто чтобы заанлочить перса. Так, трейд. Ну тут как бы тоже неинтересно, мне трейдиться-то нечем. Continue. Можно сходить в пышерку. А давайте сходим в пышерку. Сейчас еще вот культиста какого-нибудь качнем. Мне вот сейчас, честно, как бы, сейчас вообще пофигу. Все умрут, мне будет пофигу. А что это у них? Increase, gain sanity, when consume, сколько lives. Вот, они наркомашки. Реально, надо кого-нибудь из них конкретно одного прокачать, чтобы скоки получать дикие кайфы. Во всех смыслах. О! О, А вот тут что-то новенькое. удачно. Я такого не Впервые находил вижу. раньше. Да. Investigate останки. Лута. Пульки. Ну почему бы нет? Отлично, Это три шприца. полезная штука, на самом деле. Так. Сюда. Тут уже заклинают всех не звать Машу. Сюда. Так. А, вот, они мне открыли святилище, о котором, в принципе, я догадывался сам, что оно где-то там окажется. Так, ну пойдем сюда. Ну как-то. Ну да, сюда. Сюда, так или иначе. Сколько стрим еще будет? Ну, полчасика. Полчасика. Да. Да. Да, реально круто. Видишь игру, а потом еще ее можешь выиграть. А что вы думали-то? Все для вас. Ничего не жалко. Так, немножко коки. А вот у меня в связи с великолепным возвращением Дарвина вопрос, это Ага. последний стрим по этой игре? Ой, я даже не знаю. Вот с одной стороны, конечно, как бы хорошо было бы завершить, так сказать, красиво. На пике. Я думаю, что мы, наверное, не будем говорить о том, что вот этот стрим прямо последний. Вот, Но вот. будем подразумевать. Но будем подразумевать, что, может быть, следующий не случится. Вот. Ну, как бы. Ну, в общем, это нерегулярный будет, так или иначе, стрим по Curious Expedition. Мы будем следить за раз... Да что ж такое-то? Где, блин, За долбанная пирамида-то? обновлениями. Да, следить за обновлением. Не, нормально, посмотри, где пирамида? Она где-то вот тут вот пирамида. А как мне туда попасть? Ну, давай попробуем здесь. Ну, попробуем, может, там где-то есть проход. Ну, вот, видимо, зуд тут. Ну да, он там, похоже, деревья эти. Да. Сейчас раз и гора. А, нет, норм, можно пройти. Куку, блин, приходится сжирать. Ну, вообще, вот Ну вот где-то тут, да. куда-то Давай. Я чувствую, сюда. что ты О, тут рядом. прям дикий такой пост написали. Прочитай, пожалуйста, о чем там.
Лем, а какому богу поклоняются лемминги? Вот только не надо делать тут религиозные споры, вопрос несерьезен. Я не про реальную религию нашего любимого стримера, а то знаю я вас, другие люди из чатика, вы тут войну устроите. Ну, а тем временем я нашел пирамидку. Да я Отлично. понятия не имею. Это ответ на вопрос. Я понятия не имею. Так, финиш экспедишн. Я сейчас вот вообще, честно, ребят, на расслабоне. После дарвинского триумфа, который, кстати, вот лично для меня совершенно неожиданным является. Хотя я вначале и сказал, да, что Дарвин это, на мой взгляд, очень хороший, если не лучший по изначальному балансу персонаж. Ну вот мне так кажется, что Дарвин как бы в начале очень силен. Вот. Общество фиолетовых халатов, Но это опять же как повезет, какая локация попадется, бла-бла-бла. Да, от как локации она тоже очень многое сгенерится. зависит. Да. Но я, видимо, баттерфляй энтузиаста возьму, потому что все остальное еще хуже. Так. Фу, вообще. Дарвин затащил, остальное пофиг уже. Ну, считаю, тут у нас сам против Теслы воюем. Так. Ну, ламу подарить, Да, конечно. ламу, конечно, подарить. Но эту фиготу, видимо, продать. Да, тут проще тоже дарить, на самом деле. Но лучше продать. Да, Ну, за, просто кстати, так фандов очень, хоть очень правильно маленько написано, побольше. что за Алистера Кроули только на расслабоне играть. Так, Драйленс и Драйленс. Ну, я лучше вот эту вот Драйленс пойду. Ё-моё, что-то там. Трежер никуда, не, нафиг трежер. А, морячок, отлично. Вот морячок это отлично. И за purchasing equipment, и нет бухашечки в ассортименте. А вот это уже не отлично. Че, шоколадки что ли покупать? Ну это как-то несерьезно. Лучше куплю себе веревок. 5 штучек. Так. И мачет столько же. И... Ну и ладно, пару шоколадок. Хотя как бы за Алистера Кроули с Ну а что культистами и делать? моряком покупать шоколадки, это просто как бы, я не знаю, плевать в лицо ему, Алистеру. Ну а что ж Так, делать? Приходится. Ну я как бы с одной стороны в уголке, но с другой стороны ни хрена не открыто, вот я бы сюда залез. Залезу сюда и осмотрюсь. На гору. И Да. давай с горы орать. О! О! Что-то есть. Что-то Надо есть. сходить проверить, что это. Надо обязательно сходить проверить. А оттуда уже... оттуда уже ломануться вот сюда куда-то. Куда-то на восток. О, кстати, святилище. Полезненько. Надо еще ребят левелапнуть, я смотрю. Там есть что левелапать. Так... либо качать, но нет, тут надо качать вот этого культиста, чтобы получать еще больше бонуса скоки. Просто-напросто. Сейчас цель в этом, но сейчас на самом деле такой хитрый маневр. Мы бежим к источникам и у источников отдыхаем. Отдыхаем. Добегаем и отдыхаем, а после отдыха вот сюда ломанемся. Так, explore, rest overnight. Что-то там, кому-то там, пофигу вообще. Так, отдохнули в течение 5 дней. Восстановили силы. И бежим отсюда. Хотя можно было бы даже сразу отсюда ломануться. Я думаю. Да, даже... Фиг поймешь. Не, я так хочу. Я так хочу. Так. Мачете мы уже все себе попереломали. Но веревочки все еще остались. Вот. Старый лагерь, слоник, непонятно что, и, возможно, пирамида. Ну вот прям реально, возможно, что пирамида. Так, сюда. Так, осмотрим лагерь. Французы, традиционно. Опять. Спрашивают, почему... Ух О. ты! Вот это я хорошо зашел, и, кстати говоря, я могу воспользоваться. Пирамида! Да. Пирамидка. Отлично. Так, кстати, а что у культистов вообще? Какие дайсы? Довольно неплохие дайсы, кстати, у культистов, надо признать. Так, экзаменуем эту штуку. О, Берем кока. все! Наша любимая кока Алистера. А манго. Манги.
Манги, да. Съедаем манги и уходим За отсюда. позволить манги продать, тупо пропадать за просто так. Спрашивают, почему стрелка компаса так странно выглядит? Потому что где-то есть магнитная гора, судя по всему. Потому что она не уверена, эта стрелка, вот почему. Так, Enter the Pyramid. Все. Пока начало тоже неплохое. Так, смени цвет, пожалуйста, а то я думал, что Маша пришла. Нет, цвет, кстати, он вот, я вижу, например, другой цвет. Ну, то есть, тут цвета, они как-то странно себя ведут. Так, нет, Dream Visions, это какой-то отстой вообще. По личным ощущениям. География тоже отстой. Подожди, Харизма. География gives additional information вот это неплохо. About region. Вот это неплохо, потому что вот это тоже отстой. Two units per expedition. У меня нормальные набор. Культисты, поэтому берем, да. Видимо, географию. Так. Ну, давайте. Географ Алистер Кроули. На последнем месте, но это ничего. Последний но это ничего. Не значит Зато лучше. Живой. Зато живой. Тем более мы сейчас... Хотя, как бы, фанды... Не, сел, нафиг. Мы за Дарвина уже так затащили, что... Я просто надеюсь, что бухашечка появится в ассортименте, понимаешь? Окей. Так. Ну, как бы, в общем, пофигу. Конечно. А, да, это Грасланс. Да, конечно, Грасланс. Конечно, Грасланс. Ну, по крайней мере. Ой, зачем я вообще? Нет, конечно. Миссионера рекрутировать? Вместо моряка, что ли, может быть? Ну, культистов, потому что я тоже не отдам. Они клевые. Мне нравятся культисты мои. Да нафиг нужен этот миссионер? Ну. Он, конечно, дает сенити. Ну нафиг, у меня есть кока. Пока у меня есть кока, мне не нужно сенити. Так, no thanks. И пытаемся купить. Есть бухашечка. Есть бухашечка. Блин, нельзя продать, к сожалению, Кастон Флеер. Но зато Но у нас на самом есть деле бухашка. Нельзя недооценивать его полезность. Да, кстати, вот сейчас он был полезен. Ну так, относительно, но был. Не, ну просто когда есть какая-то локация, которую ты хочешь все-таки разведать, ну какое-то место, да. Но сэкономить время. Да, сэкономить сейнити. Вот, например, сейчас вот здесь вот. Ну, хотя нет. Сейчас я думаю, что нету понта. Тут можно добежать по полю, тут можно нормально. Даже добегу. Ну, реально, тут ничего нету. Черт, ну я должен проверить. Нет, тут, там уже точно ничего нет. Бежим сюда, где быстрее. Ну да, здесь быстрее. Так. О, еще что-то. Деревенька. А, давайте даже сходим. Рекрут нет. Не будем никого рекрутить. Торговать. Вот кокой за даже... За шоколадки, может? Ну, за шоколадки. Кстати, шоколадки хорошо идут. Давайте лопату одну. Вторую. И веревку. Во. Отлично, уравновесил. Прям четко. Человек и босс. 13 листиков коки. Гуляем, ребята, гуляем просто. Так, вот здесь надо проверить. Тут хочется, да, разведать. Еще надо проверить. Хотя бы узнать, что за... Нет, не хочу узнавать, что за... Это слишком опасно для меня. Вот если... Вот когда у меня культисты станут абоминациями... Кстати, это слоновое кладбище. Да. Вот тогда мы как бы поговорим с этой птичкой. Вот тогда мы с этой птичкой поговорим, а пока рановато разговаривать. Или хатка шамана. Нет, ну тут прям такая конфигурация. Традиционная. Это традиционная. Это классический паттерн слоновьего кладбища. Так. Угу. Очки на носу поправишь. Я очки хотел убегать от слона уже. Но нет, вообще не надо. Так. Так, а тут вверх-то тоже есть. Смотри-ка, тогда вот я хочу сюда залезть в таком случае. Не, бухашку рано есть, а вот коку можно фигарить вообще нормально просто. Так. Знаешь, что мне еще с Дарвином повезло? Тут храм. Да, тут храм, я сейчас иду именно в него. Атаковать слона. Ну, я не буду атаковать слона, конечно же. Что тебе с ним повезло? С Дарвином мне повезло, что мне быстро дали Eagle Eye. Ну да. Это мне кажется, реально, он там вот в поле, например, может быть. Кто?
Пирамида. Вот здесь вот? Да. Ну, давай сходим сюда. Потому что иногда она бывает в поле. Да? Обычно в лесу, потому что. Обычно в лесу. Но Нет, нет, это это торговый торговец. караван, да. Слушай, может сюда залезть? Да, давай. Так, ну только коки маленько. Жахнем коки немножечко. Будь здорова, Марина. Спасибо. Я постараюсь. Ну, сюда я тоже схожу. Так. Ищи. Еще Опять. один торговец. Господи. Так, ну, как бы туда вот тоже надо на самом деле сходить, потому что. Ну, потому Кто что, ну, знает? ё-моё, да. Хотя подождите. У меня же есть Custom Flare. Черт, ну, как бы нет, проще уж дойти. Реально. Потому что не достает. И тут ничего нет. Это такая радость, это такое счастье. Так, маленько коки. Да, что-то там с ними не так. Вот этого прокачиваем. Ну сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Эх. Это какая, кстати, экспедиция? Третья у нас, да? Да, То третья. есть здесь уже нужен лунный камень. Скорее всего. А хотя нет, подожди, в третьей экспедиции еще не нужен. Так, деревню мне не надо. Я бы сходил сюда. Стоп. Вот сюда. Так. Отлично, открыли. Просто чудесно. Но я что-то сюда хочу пойти. Да, давай наверх. Скорее. Скорее я хочу пойти сюда. Гиены. Мерзкие создания. Так. Каменное идолище. Берем все, сжираем манги. И вот сюда. Пантера. Может оказаться. Да, Нет, нет, нет. это святилище. Да! Нет, это пирамида. И мы уходим отсюда. Так, а вот сейчас я хочу качнуть нашего морячка, чтобы у меня. А, нет, морячок, это же не про бухашечку. Про бухашечку это же солдат шотландский. Ну ладно, морячок тоже ничего. Так, заходим в пирамиду. Заканчиваем триумфальную Ну, при экспедицию. возможности обменяешь на солдата. Да. Хорошая репутация ни о чем. Black Market неплохо. И. О, Клаймбер тоже неплохо, кстати. Да, Я даже карабкаться. Клаймбера. Скорее возьму Клаймбера, да. Так. У нас почетное 5-е место. В пятерку мы вошли. Да, мы вошли в пятерку лучших исследователей. Так, гифт. О, тут надо. Остальное Вот все это надо продавать. продавать. Да. А не, вот это надо гифтовать. 120 денег, это неплохо. Unseen Drylands, Grasslands и проклятые Grasslands. Лучше вот в эти. Что это? Ну, про квест на дезертира. О, предлагают взять с собой дипломата. Ну, это если ты собираешься торговать. Это если я собираюсь, допустим, отказаться от морячка и торговать. Но я Ты вроде ведь не как не собираюсь. собираешься. Не, no thanks. Тем более морячок усиливает кастом флейры. А они у меня есть. Поэтому чё бы ими не воспользоваться. Так, о. Так, ну как бы эффективность бухашечки таким образом несколько снижается, но не стоит ее пренебрегать. Так, еще пару вот этих штук. Факела у меня есть, но я возьму еще один. Пульки даже есть откуда-то. Ну и Насобирал. бухашку. Возьмем бухашку, да. Так. Ну это, конечно, этой экспедиции, я чувствую, никогда не стать настолько же крутой, насколько была крутая экспедиция Чарльза Дарвина. Но, по крайней мере, мы попытаемся. Так, Custom Flare. Видишь, он уже реально мощнее. Такой стол. Смотри.
можно больше открыть одним залпом. И, ну, я пойду сюда, конечно же. Сначала сюда. Сначала сюда, и эта деревня, которая меня не А у тебя интересует. же квест на этого, На на дезертира, дезертира. точно, он может оказаться в деревне. Легко. Да, эскортировать Конрада. Гермеса Конрада. Так, воспользуемся даже пулькой. Ролл. Ну вот нифига себе, да, как навыпадало-то, а? Полный отстой навыпадал. Давайте хэдбат. Эти даже придержим. Да, спасибо. Кик. Дабл атак. Вообще Ноль. шанс есть. Отлично. Затащили просто в один ход. Тейгол. Так, а теперь давайте поторгуем с вами. Но вы мне ничего интересного не предложите. Да и мне вам предложить нечего. Так, у нас, походу, расист. Да, один из культистов оказался расистом. О, и зараженный культист есть. Это воодушевляет, знаете ли. Я бы не отказался от кусочка Подцепил же абоминации. что-то. Да, что-то подцепил в деревне. Такой, знаешь. Не, он еще до деревни. А, уже до деревни был? Да. О, боже мой. Где же он Он спал? еще в Есть! прошлой миссии, видимо, подцепил Да? где-то. И у нас кока. У нас есть кока. Отлично. Дополнительная. Так, и вот сейчас вот я как раз воспользуюсь Custom Flare, чтобы посмотреть, что здесь действительно ничего нет. Здесь действительно ничего нет, и слава богу. Пойдем дальше. У меня 9 коки. Для Алистера Кроули это означает, что, в общем, жизнь прекрасна и удивительна. Так. Слоник и горилла. Да. Ну, давайте здесь вот отдохнем. Отдохнем у источников немножко. На водах. Точно, отдохнем на водах. Так. Поспать. Прекрасно. На водах так прекрасно спится. Кстати, надо заметить, что Алистер Кроули сам-то довольно-таки боевой персонаж. Посмотрите, какие у него дайсы. Вот. Да и культисты, между прочим, особенно когда прокачаны, весьма не дурны. Хоро Хорошие ребята. Чё? А я такой смотрю, а почему туда нельзя пройти? Ты представляешь? А тут вдруг... Динамит нужен. У меня он есть. Вот так вот вообще. Но это было, надо признать, мягко говоря, неожиданно вообще. Я думал даже, что утоп уже. Кстати, я могу еще Там здесь опять эта утопнуть. гадость тут. Я могу легко еще тут утопнуть, но... Так. И тут две гадости. Сначала вот эту гадость осмотрим. О! Это полезная гадость. Мы даже съедим манго, чтобы вся эта гадость... И вторая гадость, реально. Так, и вот как бы... На холм может забраться. Сюда вот. А, нет, ты потом оттуда, Вот на может, фиг этот. вылезешь. Да. О, да. Это очень верно. Вот это очень верное решение было. Спасибо, Марина. Так, вот этого парня, он у нас уже максимальный. Теперь морячок, и нужно будет качать следующего культиста далее. Немножко бухашечки. По двадцатке восстанавливают. Неплохо, неплохо. Так, вот с одной стороны, конечно, Можно дойти хотелось до бы... холма с источниками горячими. До какого? Ну вот слева внизу. Вот этого? Да. А, ну предположительно с источниками. Тут может оказаться святилище. Ну и еще лучше. Да. В общем, да. Да, тут А ну действительно да, оказалось святилище. святилище. Поглядите-ка. Действительно святилище. И можно еще прокачать будет культиста. Так, главное, чтобы здесь... О, вот это дорого! Надо бросать лопату. Это... Где я? Я прямо на вулкане. Прекрасно. Вот Ну... здесь пирамида. Да, скорее всего. Так, надо бросать факелы.
оставлять вот эту штуку, бросать лопату, оставлять вот эту штуку и бежать, короче, прямо сквозь пантеру. Бухашки маленько. Нет, вот сначала сюда. У меня есть пульки, пантерка. Так. Отлично. Хороший, да, накинула? Тебе он по этим, да, всяким понавыбиваешь, в общем. Катинг рипост. Так. Теперь с ручонкой. Кик. Теперь с мальчонкой. Бат с мальчонкой, да. Все, 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 А, да, я хорош. что-то разбежался такой уже, что-то как-то. Пантерка-то уже кончилась. Лут. И тайкол, и сейчас будем разбираться. Так, дискард. Пить. Надо пить, я думаю. Че, пить? Алкоголь Бухашечку, пить. думаешь? Ну там вроде как все рассчитано было нормально. Я думаю, что выбрасывать сейчас? Пульку. Слушай, пульку надо выбрасывать. То есть она, конечно, может помочь в бою, но в данный момент она для меня Данный момент бесполезна. нету боя, Да, не боя нет. предвидится. И слоновье Отлично. кладбище тоже обязательно осматриваем, потому что бивень у меня уже Потому есть. что Так. бивни это дорого. Да, бивень это дорого. Так, Кстати, не-не-не, в деревню не нет, пойдем. ты тут не заторгуешь. Они Не-не-не. слишком плохо к тебе относятся. Да. Слишком они меня не Я любят думала, уже. что там можно коку приобрести, но нет. Все в деревеньку. Не в деревеньку, а в пирамидку. Да, один лунный камень. Один в запасе. Слушай, мне что-то сегодня прет. Реально прет. Вот прям реально прет, вот на самом деле. Долго еще стрима, еще минут 10? Ну, да не, ну на самом деле я уже не Или пойду в можно следующую. уже все? Уже да. Я думаю, что это Давай наша тут последняя что-нибудь возьмем. экспедиция. Конечно, обязательно. Так, Lone Survivor. Нет. Black Market или Good Reputation? Ну, я, наверное, Black Market возьму. Что-то в данном случае. Так. В пятерку вошли. И слава богу. Тесла, кстати, выбился на второе место. А, я-то думал, эта штука дороже. Загифтовать. Ну да, гифтовать Хотя надо. фондов и так он 51. Нормально. Это оставляем. Так, о, вот это надо продавать. О, да. А вот это продавать. Не И на вот все, результат играю, на сейв процесс. депсик. Да. Фу. Отлично. Это были отличные экспедиции. Expedition 5, прикинь. То есть 4 экспедиции отыграли и вообще как бы просто вот, я не знаю, легко, странно. Марина знает места, где Я куку думаю, толкают. Слушай. что это все опыт. Это все. Да, наконец-то! Ты Наконец-то он за кадром со появился! мной таскался. Да, наконец-то он появился, этот опыт. Да, за кадром, ребята, вы не видели, как я тащил за Теслу. Вот Марина видела, у Да, нас это было это круто. был приватный стрим. Марина видела, как я тащил за Теслу, просто Тесла классный. У него вот этот Тесла Ган, с ним такие комбы, что можно просто дикий дамаги наносить. Я гориллу затащил. Просто как ребенка его затащил. Но на этом Верю. мы заканчиваем официальную часть, которая пойдет на YouTube, и подарим подарочек вам, не расходитесь. Пока, ютубчик.